ребята вышли единым кулаком. Хороший настрой был. Плюс, я скажу так, процентов, наверное, на 80-85 выполняли задания, которые от них требуются. Ну а выполняешь задание, но волей-неволей приходит позитив в игре. Ну, молодцы, где-то вытерпели, где-то не поддались на провокации. Так что я думаю, что заслуженная победа. Такая первая пропущенная шайба сегодня, конечно, получилась. У вас не было опасений, что может как-то надломить команду? Ну, я, в принципе, говорил ребятам, наверное, чтобы до конца уже, знаете, все это пройти, прочувствовать, надо опуститься под плинтус, или как это называется, а потом снова из пепла возрождаться. Как у нас хоккеист, не буду называть его фамилию, он сегодня дважды отличился и к себе, и от себя. Так что, ну, приятно то, что ребята понимать начинают, что от них требуется, чего мы хотим. Знаете, как обратная связь появляется. Не то, что мы говорим, наказываем, ругаем, а от ребят появляется обратная связь, это приятно. Михаил Фростов снова вернулся на позицию нападающего. Как он вам в этом амплуа? Ну, поинтереснее, чем вчера в обороне, так скажем, чтобы не обидеть парня. Ну, я думаю, недонастрой наших игроков, ну, так скажем, сложно, наверное, играть одним звеном. Мы на протяжении всего сезона, у нас лидеры есть, которые забивают. Но есть у нас ряд хоккеистов, которые не только не забивают, но они еще и пропускают. Ну, вот, так скажем, по двум играм две разные команды. Вчера была у нас одна команда, которая хотела победить. Сегодня была другая команда, которая не хотела победить, не было воли, не было желания, было очень много ошибок. Ну, поэтому закономерный результат. По команде соперника скажу, что с приходом Александра Сергеевича Китова, что команда улучшила свой рисунок. Парни играют очень смело, дерзко. Ну, то, что сегодня закономерный результат, то, что команда на Кузнецкий Медведь победила. К Петросяну и Шапареву сегодня наименьшие претензии или, в принципе, есть что спросить? Да нет, они, в принципе, свою миссию выполняют, они забивают. Они ведут за собой игроков. Если бы у нас было бы еще второе звено с такими же хоккеистами, я думаю, чтобы мы, наверное, находились не на этом месте, а находились бы, наверное, намного выше. Поэтому они бомбардиры, они лидеры, и неспроста они занимают лидирующие позиции в лиге. Торпеда у вас их окончательно не хочет к себе в состав перевести, чтобы они больше практику в высшей хоккейной лиге получали? Как в этом вопросе строятся отношения? Ну, они были сейчас с первой командой, они выезд проехали, ну, потому что Алексей Геннадьевич Дахин тоже понимает, что нас тоже без хоккеистов нельзя оставлять. Мы, в принципе-то, и, так скажем, есть объективные причины, мы не полноценно готовились, потому что у нас было 4 человека в сборной, 4 человека было в первой команде, это минус 8. Четверо человек у нас было травмировано с переломами, поэтому мы тренировались после Нового года в 14 человек. Конечно, это тоже наложило свой отпечаток небольшой. Ну, в хоккее нет мелочей, есть детали, которые складываются потом как в пазл, и потом это все, конечно, влияет на результат. Получается, вот этот месяц, то, что провели без игры, естественно, все сказывается, да? Ну, конечно. Ну, месяц мы без игровой практики, мы тонус игровой потеряли. Если мы вчера сыграли на эмоциях, сегодня у нас этих эмоций не хватило. Естественно, какие-то шероховатости при игре в обороне, очень много было необоснованных удалений. Все это отложило свой отпечаток.